Наша вибрарейка, она готова. Выключатель двухполюсной 6-амперный поставили, закрутил, запаял. Изолентой перемотал, чтобы случайно не влезли. Если завтра дождь пойдет, то мы тогда накинем полиэтиленовый пакет. Рейка. Рейку захреначили. Смотрим, что тут у нас получилось. Сверху тоже крышу поставили, чтобы бетон не капал, не лился сюда. И в случае дождя, это обычный двигатель с гидрофора на 350 ватт. Здесь эксцентрик залепили. Самый обычный, вот такой. Вибрирует, зараза, аж вообще в лед. Ладно, завтра посмотрим. 4,50 рейка. 4,50 рейка. На концах мы сделали у реечки захваты такие, ручки, ручки из шестерки, проволоки, и сделали два обгвалдера. Это такие прутки с крючками на концах. Они на флоте еще используются. Ими разносят троса. А, кстати, вот они стоят, лежат, вот они. Вот такие крючки. Вот такие крючки. И вот с такими, как кочерга, что ли, похоже. Ну, короче, крючок. Вот, два штуки. Потом насчет опалубки. Мы ее всю здесь доски скрепили вот такими продольными накладками. Снизу, тут у нас где-то были щели. Щели. То же самое, везде, где были щели, везде все это забили доской, шурупами прикрутили. Сейчас посмотрим по длинной стороне. По длинной то же самое. То же самое. И также везде накладки, где стыки. Здесь у нас, как я уже показывал, прикручены ограничители. С внутренней стороны ограничители. Внизу лежат они на растворе, там подбили раствор. Проволока скручена. И вот, соответственно, здесь вот такой пруток. Все, она железная. А, ну и снизу еще тоже. Получается, снизу проволока шестерка выходит, для того, чтобы доска лежала на этих прутиках, потому что вибрарейка будет ездить, она ее осадит. В практике такое было, делали, хорошего мало, когда у тебя вдруг осаживается опалубка и у тебя получается вот такая вот яма. Далее, что мы еще сделали? Сетку натянули, сетку провязали везде, сделали подкладки, там через определенное, через 6 ячеек, по-моему, через 6 клеток сделали подкладки. Центральный это уголок у нас для того, чтобы у нас рейка ездила 4-метровая. То есть попытаемся сделать сперва одну половину и потом вторую половину уже сделаем здесь, где у нас вывод конденсационных труб. Фиттинги выходят. Это подвод воды в котельную. Специально сделан под таким более-менее тупым углом, для того, чтобы у нас ПНД-труба 32 здесь проходила запросто. Ну и, соответственно, здесь запердолим потом уголок, типа колодца, лючка такого сделаем. Короче, как-то типа так. Вот, внизу, ну рубероид проложили, соответственно, все, два слоя. Гидроизоляция у нас готова. Прямо на него будем лить бетон завтра. Все. Завтра посмотрим, что у нас всего этого получится.